Да. Своего времени Джимми Пейджа выделяет в первую очередь его мелодические способности. Он не всегда стремился играть быстрые солирующие пассажи, которые считались стилем гитариста в конце 70-х. Вместо этого он позволял мелодии развиваться более свободно, и это сделало его стиль более привлекательным и мелодичным. Там еще какая-то бурда была вся. Мастейна просто что-то нереальное. Это один из сильнейших голосов в металле. Хейтеры просто мудаки и должны пойти нахуй. Хейтеры Джимми Пейджа могут пойти нахуй. Он буквально один из сильнейших гитаристов всех времен. Его натура сильнее всей планеты. Кирк настоящий творец трэш-металла. Хейтеры просто неосведомленные мудаки. Им лучше пойти нахуй. Тупые дяди, хейтящие Кирка. Как вообще можно быть таким дезморальным, чтобы не понимать, насколько круто то, что он сотворил? Хейтеры Карлоса Сантаны — это полное дерьмо. Я считаю этих уебанов просто глупыми и непонимающими. Им стоит пойти в жопу. Хейтеры Ричи Блэкмора — просто идиоты. Идиоты? Они не понимают, насколько сильна его индивидуальность. Ричи буквально создал жесткий и тяжелый рок. Он на голову выше всех своих критиканов. То есть, ну, в принципе, это, ну, пара артефактов проскакивает, но в целом звучит достаточно похоже. Если представить, что ты, допустим, наложен какой-нибудь шум улицы на это, и как бы, мне кажется, было просто все уже. Просто жесть.